Вот вы меня окажете милость. Благодарю. Легенда советской рекламы. Людмила Гринберг – первый генеральный директор первого рекламного агентства в Куйбышеве. Но сегодня трудовые марши уже позади. Людмиле Ивановне 86 лет. В период пандемии старается не выходить из дома, ведь, как известно, болезнь не часто жалует пожилых. Признается, очень выручают городские волонтеры. Я попросила, мне нужно было вермишель, который я люблю. Ну, чай хороший, листовой. Вы знаете, особенно пожилым людям, когда молодежь, дети, внуки разъехались, а мы живем по одному, и, конечно, мы обращаемся к соседям. Но вот такая служба, как у вас, как мы считали, тимуровцы. Я бы хотела, чтобы вы назвались тимуровцы. Тимуровцы нашего времени. Волонтеры городского штаба, открытого в рамках всероссийской акции «Мы вместе», помогают одиноким пожилым и маломобильным жителям Самары в период роста заболеваемости COVID-19. Добровольцы принимают заявки на доставку продуктов первой необходимости, лекарств, оплату услуг ЖКХ за счет заявителя. Настя Будагоская втянулась в волонтерскую деятельность именно благодаря акции «Мы вместе». В пандемию стало очевидно, без взаимовыручки никак не справиться. Хочется помочь очень сильно, особенно когда ты понимаешь, что у людей нет возможности выйти куда-то, и им просто нужна помощь. В преддверии праздника народного единства адресаты волонтерской помощи, помимо заказанных товаров, получают открытку в напоминание о том, что они не одни. Если вы одиноки, не пользуетесь услугами соцработника и относитесь к статусу пенсионер или инвалид, также можете обратиться в штаб «Мы вместе». Телефон горячей линии указан на экране. Гульфия Сафина, Григорий Плешаков. События.